Мужская женская обувь – это Англия, шуз А называется данная позиция, категория крем. Тут у нас очень много кожи, это та самая обувь в зеленых мешках. Так, кожа, по-моему, натуральная, состояние отличное, размер 6,5 указан. Без брака, без дефектов, в хорошем состоянии, замки везде работают. Да, кожа натуральная здесь, практически новая обувь получается. Так, 39-й размер здесь указан. Состояние хорошее. Подошва, то есть очень мало носили, подошва ровная, без видимого износа. Просто есть немножко грязь, наклейка еще даже не отошла. Кожа искусственная. Так, марка, не знаю, Max Joy, по-моему, какой-то размер. Сейчас скажу, подошва, видите, чистая. Еще не носили, то есть абсолютно новая обувь. Размеры только я не вижу. Что-то нигде. А, вот 39-й, оказывается. Написали все-таки. 39-й размер. По-моему, натуралка, но, честно, я не уверен. Новые сапоги. Так, H&M 36-й размер здесь указан. Тоже в хорошем состоянии. Далее, 39-й, это марка Рикер, новая, судя по этим наклейкам. Размер 39-й Рикер. Так, что касается кожи, она здесь не натуральная, просто искусственная. Детская обувь 34-го размера, летняя, тоже в отличном состоянии. Кстати, обувь крем, она идет всегда демисезонная, по крайней мере у нас. По сезону не делится, только экстра по сезону бывает. 20-й размер указан, практически новая, или даже новая, состояние отличное, кожа здесь должна быть натуральная. Обычно натурально бывало, всегда. Так, 3,5, тоже в хорошем состоянии, размер 3,5, европейский, если найду, сейчас скажу какой. Так, кожа натуральная. Все-таки написали только 3,5, и все, то есть размер небольшой получается. Так, Tamaris, тоже популярный, хороший бренд обуви. Тут наклеечка какая-то была. Размер 38, новая, по-моему, еще обувь. Да, без видимого износа, в хорошем состоянии, марка Tamaris 38 размера. Далее, Рикер, 39-й. В хорошем состоянии, без брака, без дефектов. Тоже вот, ну, а, почти новые, все-таки носили немножко. 37,5, но без видимого износа, поэтому я сказал, как будто новые. Летняя, зимняя обувь, все вперемешку идет. Так, Докерс, новые практически, судя по состоянию подошвы. Кожа натуральная, размер указан 41. Натуральная кожа 41 размера. Размер небольшой. Так, вот такие ботинки марки Hugo Boss. Made in Italy. 6 размер, маленький. Кожа натуральная, даже подошва кожаная. Состояние очень хорошее. Идем дальше. С этикеткой. Натуральная кожа. 39 размер. 39. Ну, кожа, как я говорил, натуральная. Новая еще обувь с этикеткой. Так, бутсы марки Puma, я так думаю. Размер небольшой. Где-то глубоко внутри есть бирка. Да, это Puma. Размер только не вижу. Слишком далеко. Так. 43-й. Искусственная кожа, не натуральная. Размер 43-й. Тапочки обыкновенные. Тридцать девятый размер. Смотрите на подошву, да, тоже состояние отлично. Новое. Без брака, без дефектов. Далее. Кожа натуральная, размер 41 здесь указан. Тоже новое. Еще не носили. Размер 41.
Очень много натуральной кожи. 45-й размер указан. Made in Germany. То есть сделано в Германии. Судя по подошве, тоже новые. Ну, немножко успели поносить. Видите, тут уже эти есть. Или просто мерили часто много. Может быть, с витриной, с магазина. Так, ну, состояние в любом случае прекрасное. Размер 41 здесь указан. Очень похоже на натуральную кожу. Но никаких, к сожалению, пометок, подтверждающих это, нет. По-моему, натуральная кожа. Размер 41. Так, далее 41 размер тоже здесь указан. Абсолютно новая. Детская еще одна пара обуви. 21 размер новая. Маленькие. Тоже новая. Подошва идеально чистая. Кожа натуральная. Да. Вся кожа натуральная здесь. Кожа искусственная, марка Graceland. Размер 40 указан. Так. 39 размер. В отличном состоянии. Новая. Наклейка на месте, не отошла еще. Размер 39. 36. Марка Този. Тоже часто попадается этот бренд. 35, 36. Очень много новой обуви. Это категория крем. Англия, Shoes A называется данная позиция. 36 размер указан. Тоже вот новая. Кожа натуральная, по-моему. Да, кожа натуральная. Кроссовки марки Reebok. Размер 42 здесь указан. Абсолютно новая. Reebok. Классные кроссовки. Размер 42. Так, еще одна пара кроссовок 40 размера. Это марка Crane. Немецкий бренд спортивной одежды. Эко 39 размера. Тоже новая. Почти все новое, процентов 80, наверное. Кожа натуральная. Около 80-70, скажем, 80% новой обуви. Состояние отличное, кожа натуральная. И очень много натуральной кожи. Мужские ботинки 41 размера, тоже из натуральной кожи. Абсолютно новые. Так, далее размер. Тут я, к сожалению, не вижу, какой размер. Состояние хорошее. Не скажу, что новое, но состояние отличное. Так, тоже вот мужские, Made in Italy. Размер что-то не вижу. В хорошем состоянии, правда тяжелое. Так, сейчас, секундочку. Вот тут есть трещина, видите? Трещина появилась. Так, далее. Тоже вот почти новые. Состояние отличное. Размер 39,5. В прекрасном состоянии. Еще одна пара кроссовок. Так, судя по подошве, тоже новые, я бы сказал. Но видите, тут уже внутри стелька. Видно, что носили. Но состояние отличное. Видимо, только в спортзале одевали. 42 размер указан, европейский. Размер огромный. Так, смотрим подошву. Подошву показываю, потому что по подошве можно сразу уже... Какое-то впечатление создается, можно сразу сказать, да? 47 здесь указан европейский размер. 47. Очень большой размер получается. Так, состояние хорошее. Это мы смотрели. Далее осталось еще вот две пары обуви. Размер 37 здесь указан. Кожа, по-моему, искусственная здесь. Да, кожа искусственная, не натуральная. Так, ну, состояние хорошее. Габр 6,5. Габр тоже хороший, популярный бренд. Кожа натуральная.
Последняя пара обуви. Кроссовки марки Esprit. Размер 39, тоже вот в отличном состоянии. Размер небольшой, 39. Вот тут вот эти части из натуральной кожи. И на этом все.